Тренер говорит, сыграй налево, а он за счет партнера рванул вперед, взял игру на себя, потянул одеяло. И в результате штрафной, который, как знать, может быть, приведет к голу. Да, Пареха. Удар по воротам, и вот я так в воду глядел. Так что Белялединов абсолютно прав, что пошел вперед и заработал этот штрафной. Ну а Пареха классно исполнил стандарт. 0-2 в столичном дерби. Спартак удваивает свое превосходство в счете в этом, еще раз подчеркиваю, нерядовом матче. Да, великолепный удар в обход стенки. Шунин даже не дернулся практически. Смотри, как здорово все было сделано. Ну, мог, наверное, вратарь прыгнуть, но я не уверен, что достал бы он мяч. Уж очень хорошо его Пареха закрутил. Как тебе кажется, Влад, мог Шунин? Да вот я смотрю многочисленные повторы, честно скажу, да, удар выполнен здорово, удар классный, мастерски. Но мяч и достаточно долго летел, и нельзя сказать, что он залетел в